Ну а теперь смотрим геймплей Рэмбо. Сейчас посмотрим его мувсеты. И все остальное. Наверняка покажут X-Ray и Fatality, наверное. Но что сразу хочется отметить, чувствуется по, например, движениям Рэмбо, что он такой тяжелый, да, блядь, только как бы накачанный мужик, да? Посмотри, какие движения. Посмотрите, как бы видно, что удары прям тяжелые, они такие, прикольно смотрится, прям чувствуется, что как будто бы ты ударами наносишь непоправимый вред здоровью. Вот это прикольно тоже. Блин, лол, смотрите, что он может делать. Это, кстати говоря, очень интересный мув для Mortal Kombat'а. Это очень интересный мув на самом деле. Люди, которые играют в Марту, могут подтвердить. Это интересный мув. Это, я не знаю, есть ли такой мув какого-нибудь еще у персонажа, аналог этому мува? Есть какое-нибудь скольжение, да, но... Это тут он ползает? Нет, вот говорят, что нет. Это супер круто. Нет, да, это выглядит интересно. Я люблю, когда добавляю что-то необычное, такую прям фичу, да, такая приколюха какая-то особенная. Простенько, но тяжеловато, так кровать хорошо смотрится. Несмотря на то, что движения достаточно обыкновенные, да, такие, хуманизированные, но выглядит все нормально. Нормально. Бля, вот это прикольная ловушка была. Смотри, видал? Противопехотная. Так, это X-Ray. Бля, хорош. Хорош, X-Ray мне понравился. Но Fatality я бы не сказал, что меня особо впечатлило. Мне X-Ray больше понравился. Не знаю. X-Ray мне понравился больше, чем Fatality. Fatality, типа, да, окей, интересненькое. Не просто там разрубает он ему руки, ноги, но... Ну, Fatality фирменный мув Рэмбо. Рэмбо wins. Клёво. Кайф.